Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Mi 10 Pro можно разрешить установку приложений из неизвестных источников. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт защита конфиденциальности. Опускаемся вниз, нажимаем специальное разрешение и нажимаем внешние источники. После чего выбираем браузер, из которого собираемся качать приложение. У нас будет выключено, мы разрешаем. Ждем 10 секунд. Ставим также галочку. И нажимаем ОК. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!